Поселку Афипскому исполнилось 156 лет. Отметили день рождения в местном Доме культуры. Здесь прошло торжественное мероприятие с яркой концертной программой. С теплыми словами поздравления обратился к жителям глава поселка Юрий Коваленко. Я искренне желаю нашему поселению процветания и стабильности. Пусть хорошеет с каждым днем. А вам, дорогие друзья, желаю крепкого здоровья, благополучия и удачи. С праздником, дорогие афипчане! К поздравлению присоединились и гости района. Глава муниципалитета Адам Джарим отметил, что поселок Афипский процветает и с каждым годом становится все краше, а главным богатством остаются его жители. Забота о людях – самая главная наша задача, как руководители. И сегодня, в этот праздник, хочу каждой семье пожелать достатка, уюта, тепла и благополучия. В зале сидят казачата, я вижу маленькие наши дети. Все, что мы сегодня делаем, строим, делается для них. Хотелось бы, чтобы и дальше, Юрий Антонович, вот так вот под вашим чутким руководством поселок развивался, строился. Строили социальные объекты, школы, садики, больницы, поликлиники. И чтобы каждый хотел переехать и жить в этом прекрасном поселке. Праздничное настроение зрителям подарили творческие коллективы Афипского дома культуры и города Краснодара. Также на празднике состоялась торжественная церемония награждения. Под аплодисменты на сцену поднялись люди, чьи заслуги трудно переоценить. 12 жителей поселка наградили медалями за вклад в развитие афипского городского поселения. Благодарственными письмами отметили афипчан за оказание помощи при ликвидации чрезвычайной ситуации, за созидательный труд и активную жизненную позицию. Наградили участников конкурсов «Лучший двор», «Лучшая улица», «Лучшая придомовая территория».